Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы с вами сегодня пройдем за одну серийку инди-хоррор Chillest Art. Довольно-таки новенькая игра, да? Это... как она называется-то, блядь? Shinkansen 0. Это про поезд, как я понимаю, да? И тут будет страшно, как я знаю. Вот, и все. Больше ничего я не знаю. Вот, поэтому посмотрим, что это за игрушка. Вот, почему бы и нет, почему бы нет, да? Поэтому, Саш, будет удобно, не надевайте блядик обязательно. Придет пить эту кушу, принять блядика в 5 или 5 приятного просмотра. Серийка будет очень интересный. Интересный будет видос, очень интересный. А надевайте наушники обязательно, потому что это, ну, нужно в наушниках смотреть обязательно. Приятного просмотра еще раз. А мы с вами, собственно, начинаем. О, привет! Так, я не знаю, тихо или нет, но вроде бы нормально. Ну, давай я себя погромче сделаю, ладно. Вот так нормально будет, да? Ну, вроде нормально. Вот так нормально будет. Вроде бы не тихо, кстати. Вроде бы даже нормально. Ну, давай я чуть-чуть погромче сделаю. Вот на 0.55. Так, ну что, новая игра? Мы начинаем новую игру. Я не играл в эту игру. Что-то... я не играл в эту игру. Что мне, блядь, несешь? Я думаю, мы за часик с вами пройдем ее, в принципе. Да даже за 30 минут, я думаю, пройдем спокойненько, я думаю. Вообще изи. Как нехуй делать-то, да, собственно. Так, ух, а чё с сенсой, блядь? Чё с сенсой-то? Так, сенса, давай. Чувствительность мыши, да я думаю, вот на 0.79 нормально будет. Назад. Продолжить. Ой-ой-ой, не, слишком, слишком. Ладно, да, 1.27. О, 1.31, да. Да, я думаю, нормально будет. О, нормально. Так, собственно, что у нас здесь с тобой? Что у нас здесь с тобой-то начинается? Мобила. Бабушка, бля, подтягивается, улыбается, блядь. Нормально. Не, слишком большая синца все-таки. Давай 1.22 поставим. Похуй, ладно, уже. Нормально, пойдет. Так, что у нас здесь с тобой? Так, ну что, я думаю, можно начинать. 7. Что это, блядь? Почему все так? Почему все так? Так, все до станции Токио. А что это вообще, блядь, здесь происходит? А почему здесь все так? Подожди, может, высунуться надо выключить? Мне прям вообще режет глаза очень сильно. Странная хуйня. Ну, может, проблема высунься, а может и нет. Ладно, похуй. Так, в чем прикол-то игры этой? Вообще. Поезд. Мужик. Портфель коричневый. А в чем прикол-то? Давай побежим, ладно, похуй. О. О, пацан. Пацан, дама. Кого? Ну хорошо, вот. Я пойду дальше. Чё, в чем прикол? Мобилу заработала? Нет. Ну ладно, пройдем дальше. Чё? 7 опять. В чем прикол? В чем прикол-то? Просто бегать по поезду, блядь. Конничо. Привет. Что-то не так? Мы что, опять встретились? Так значит, ты тоже играешь в эту игру, братик? Ну, наконец-то. Мне здесь так скучно, еще сестра все не просыпается. Сколько бы я не ждал. Она все спит и спит. Мне очень рад, что теперь мы будем играть вместе. А ты вообще знаешь правила? Нет. Все на самом деле просто. Видишь какие-то аномалии в вагоне? Поворачивайся назад. Проще простого, да? Насчет того, как закончить игру. Нужно идти до вагона под номером 0 и нажать на тормоз в кабине машиниста. Ага.
И да, в тамбурах между вагонами обычно нет никаких аномалий. Обычно, блядь. Обычно? То есть там, ну, вероятность, что будет аномалия какая-то, но охуенно, чё, блядь. Всё понял? Да. Отлично. Тогда увидимся в конце. А, то есть, бля, короче, я понял. Это, типа, прикол вот этой игры в том... Очень популярна сейчас тема, так понимаю, что... Бегаешь по одному примерно пространству, и у тебя, ну, ты должен угадать различия, да, в каждом из вагонов, как я понимаю. Ну, типа, прикольная тема, да, популярна сейчас, возможно, даже такой стиль даже игры, да, что просто бегаешь по какому-то пространству и находишь различия, да, и так проходишь дальше. Если нет, то отказываешься назад, как я понимаю, да. Ну, погнали, чё, let's go, let's go. Чё, ты мне скажешь что-нибудь? Ну, пошёл ты. Так, хорошо, ну, давай, давай тут тоже запомним быстренько с тобой. Здесь у нас с тобой, ну, тетенька, бабушка, ага, открытый рот, все, хорошо, let's go. Так, это тут сидит, блядь. Ну вот аномалия уже есть. Он с этой стороны был. Ну вот тебе аномалия, все. Еще этого нет, смотри, еще нет этого. А, вон там вообще кота нету, блядь, они поменялись местами. Здесь тут у меня сейчас женщина должна сидеть. Четвертый ряд, 16-й, 4-й ряд, хорошо. Мальчик, пацана нету. Понятно, вот у тебя аномалия. Все сделано наперед. Let's go. Так, здесь все на месте. Бабуля на месте. А ты что? Ну, понятно, ничего не скажет. Здесь у нас открытый рот, хорошо. Чё седьмой-то, блядь? А, если есть аномалия, бежим назад. Все, блядь. Понял, ладно, давай. До станции Токио. Давай все заново посмотрим. Поезд. Шинкансен 0 следует до станции Токио. Я не знаю, нужно смотреть эту тему или нет, но да, посмотрим. В принципе, в цифрах, я думаю, тут ничего такого не будет. В принципе, мобила, ага. Котик. Так, ну давай, блядь, посмотрим, что, блядь. Я не знаю, блядь, насколько... 17-й. Да, 16-й ряд. Так, ну давай запомним его привычки. Он, блядь, ну, без носок. Челик вообще. Ага. Вот так просто чуть-чуть верти головой. Коричневый портфель. Хорошо. Хорошо. Бля, вот это, конечно, ну, будет сейчас жестко задрачивать. Вот это ходить каждый раз, что-то там делать. Угу. Ну, вообще проще, когда эти аномалии сразу видно, вообще, на самом деле. Прям вот сразу же видно. Это... Так, женщина, хорошо. Вот так едет. Окей. Так, у нее чемодан розовенький. Хорошо, ну, что-то около розового, бежевого. Я ничего не пропустил, блядь? Нет, вроде ничего. Так, ну, здесь, за станцией Токио, в принципе, аномалий никаких я не вижу. Ну, давай погнали дальше, что? Думаю, правильно с тобой идем. Нихуя, ну ладно. Ага. Так, тут все правильно, там все правильно. Открытый рот, хорошо. Там были аномалии. Хорошо, давай заново. Ага. Так, смотрим. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Так, ну что у нас здесь с тобой? Так, до станции Токио, да, следует. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо, здесь ничего нет такого. Код обычный, это обычно, хорошо. Так, все обычно, в принципе. Ладно, давай смотреть, что у нас здесь с тобой. В стеклах нихуяшеньки нет, только мы с тобой, вот смотри, блядь, в костюмчике нахуй. Ну, понятно. Здесь, в принципе, ничего такого нету. Здесь нету, здесь нету, здесь нету. Здесь нету, здесь нету, здесь нету. 16 ряд. Так, все правильно, он, ага, спит, просто чуть-чуть так качает головой, рюкзак у него, блядь, портфель нахуй коричневый, ага, все, все хорошо. Ну да, по крайней мере, как мне кажется, ну, блядь, что с ним, ну, все нормально вроде с ним. Так, ладно, поехали. Так, ну здесь вроде все пока что. Я, ну, ничего такого, в принципе, и не вижу. Такого жесткого, побыстрее с тобой. Ну вот наедет, ну.
То, что она вот так качается, блядь. Наруто, кстати, ну, блядь, ну, с другой стороны, она вот так вроде не делала вообще вот так вот. Ну, ладно. Ладно. Так, здесь 35 доктор, и здесь, ага, до станции Токио. Ну, ладно, погнали дальше, чё? Ну, ничего такого, в принципе, не увидел. Я сейчас из-за этой женщины, что она вот так едет, блядь, ворочается, открытый рот, все есть, хорошо. О, значит, все, я запомнил, хорошо. Let's go next. Так, смотрим. А, ну вот уже и в данном вагоне нет аномалии. Ну все, сразу аномалия есть, в принципе. Можем сразу же и идти. Здесь, в принципе, ничего такого нету. Да, надо еще на этот, блин, на чемоданчик с тобой, да. Нам нужно с тобой на чемоданчик, собственно. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Четвертый ряд, хорошо. Ну, здесь больше ничего такого нет, хорошо. В данном вагоне нет аномалии. Есть. Я все слышал, все видел. Я все видел. Не надо мне здесь. Я все видел. Давай средник поставим, блядь. Я все, собственно, видел. Не надо мне здесь. Так. А, блядь. Точно. Так, давай запомним с тобой. Аномалия, если есть назад. Если нет, вперед. Все, окей, да, let's go. Сейчас быстренько пройдем с тобой. Так, это ага, в станции Токио. Так, смотрим заново. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Окей. Ок, чел, ок. Ок, ок. Так, ну он боссый, костюм. Опа, а вот что он вот так делает? Это он так не делал вообще-то. Ну так, вроде не качал вот головой. Портфель коричневый. Хорошо, давай посмотрим дальше. Блин, надо все кучу смотреть. Что-то как-то да. Что-то как-то да. Что-то как-то да. Что-то как-то да. Блин, ну здесь вроде пока ничего такого нету у нее. Так, у нее этот, ага, он бежевый же, да, должен быть такой розовенький, бежевенький, наверное. Да, ну, блядь, я аномалии не вижу здесь. Но только то, что они качаются, вот это ты хочешь сказать? Врач, это, ага. Хочешь сказать, что... Давай попробуем, ладно. Если сейчас из-за того, что они качались, блядь, это аномалия, ну ладно. Окей, так, это открытый рот. Да, из-за того, что они качались, короче, понял? Видимо. Хорошо, в станцию Токио поезд. Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Код обычный, но телефон обычный. Здесь вроде все нормально. Давай смотреть, хорошо, давай смотреть. Я еще, блядь, и в стекла, и на седло смотрю сразу же, да, что на сиденье, чтобы, ну, если что, так-то ничего такого нет. Так, он на 16 ряду, хорошо. Вот он едет обычно, блядь. Портфель коричневый, все, он боссый. Ну как, он без носок, в костюме коричневый портфель. Все, окей, 16 ряд. Да. Да, вроде 16, все нормально вроде. Так, 14, 14. Ну... Блин, честно, я от этих разработчиков не играл больше в игры. Это инди-хоррор, да, у них вроде как, я понимаю. Так, опа-на. Ну, понятно, понятно, блядь. Что это такое вообще, блядь? А здесь больше ничего такого не будет сейчас? Ну, понятно, вот, уже есть аномалия. Бежим назад с тобой, собственно, да. Когда есть аномалия, мы бежим с тобой назад. Так, let's go, все, назад. Идем. Да, шестой. Так, let's go. Так, котик обычно, это обычно. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Так, ну вроде все, да? Да. Так, ну давай смотреть, ладно. Ладно, давай с тобой смотреть, собственно. Котик обычно, телефон есть, все хорошо. Идем с тобой дальше, собственно, да? Вот. Ребята, если что, будут какие-то микрофризы здесь, если в игре. Прошу прощения, ребят, ну, как бы, компьютер, да, железо у меня не прям мощное, не прям самомощное, но что есть, то есть. Так, он обычный, ну, то, что вот это он делает, он так вот не делал, блядь, портфель,
Ну, блядь, считается, что вот поезд едет, они трясутся, типа, ну, считается, наверное, не знаю. Ну, типа, он вот босоногий. Костюм. Ага, портфель коричневый. Все, ладно, let's go дальше сразу, чтобы не затягивать с тобой, да? Серийку-то на час-то нафиг нам надо, бля. Надо быстренько пройти эту игру. Она, думаю, не прям сложная, в принципе. Так, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Такого нету. Особо. Четвертый ряд, да. Это все есть. Бля, ну в принципе, аномалий, в принципе, я никаких тут не вижу особо. Особо аномалий никаких я здесь не вижу. Поэтому пошли дальше. Бля, только не говори, что будет сейчас седьмой, да, блядь, вагон, нахуй. Пятый. Так, мы с тобой угадали, собственно, ладно. Котик, обычный телефон есть? Следует. Так, давай с самого начала. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Так, здесь, в принципе, ничего пока нету. Здесь ничего нету, здесь ничего нету. Здесь ничего. Да уж. Здесь тоже ничего. Так, он босоногий. Ну, без носок. В костюме. И в этом. Портфелем, да? 16 ряд. Все, хорошо. Коричневый портфель. Хорошо. То, что вот так он делает, я не знаю, это считается или нет вообще за аномалию, блядь. Ну, вообще, по идее, нет. Хотя, если он изначально так не делал, значит, наверное, считается за аномалию, да, у нас с тобой, собственно. Так, ну здесь, в принципе, ничего такого нету. Здесь, в принципе, ничего... А, бля, испугался нахуй того постера, блядь. Здесь, в принципе, ничего такого нету у нас с тобой тоже, да? Я такого, в принципе, пока что ничего не такого не вижу. Ну, блядь... Ну, в принципе, ничего такого здесь и нету. Да блин, да нет здесь ничего такого. Ну ладно, let's go дальше еще. Я думаю, дальше пройдем. Че, он что-нибудь сказал? 24, что, блядь? 24, он сказал. Какие 24, тут 20 всего лишь. Рядов-то. Так, давай до станции Токио. Так, заново смотрим. Телефон на месте, котик на месте. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Так, хорошо. 24, что он... Какие 24, блядь? Что ты имел в виду, блядь? Что, дурачок, что ли, блядь? 24, блядь. Здесь ничего нету, нахуй. 24, блядь. Какие 24? Что он имел в виду? Почему 24, блядь? Ну, 20. Тут везде. Тут 20 ряд, и тут 20 ряд. Какие 24, бля, мужик. Ну, что ты мне не то говоришь, наверное, да? Так, он, ага. Без носок, костюме, коричневый портфель. 16 ряд, да, 16 ряд, все правильно. В принципе, спокойно сидите себе. 24, какие 24, блядь. Ты че, мужик? Че ты. Что это такое вообще был? 24, он сказал. Что он имел в виду под 24, блин? Блин, это, конечно, сложновато чуть-чуть. Я и в окна смотрю, и туда, потому что могу... Сейчас я быстро, знаете, ну, смотрю так, кидаю взгляд на окна и сразу на сиденье, да, чтобы, ну, если что, чтобы ничего не было здесь. 24, он сказал. Ну, здесь аномалий нету, я не вижу аномалий, по крайней мере. Особо. Пока что. Даже давай до конца пройдем с тобой. Но здесь аномалий я не вижу никаких. До станции Токио, ну все верно. Этот, тогда еще раз пройдемся. Она на четвертом ряду. Такой бежевый у нее этот. Бежевый у нее чемодан. У него портфель коричневый. Он сам, ага. А какие, почему какие 24, бля, я не понял нахуй. Какие 24. Здесь никаких аномалий я не вижу особо. Эти ровные полотенца. Но аномалий нету. Я не вижу, по крайней мере, аномалий здесь особо. Поэтому я считаю, что аномалий здесь и нету. Так, это у нас, ага. Здесь бабушка. 24, блядь, какие нахуй 24, открытый рот, хорошо. Let's go. Третий. Так, мы с тобой продвигаемся дальше. Код обычный, телефон обычный. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Да. 24, какие 24, что ты несешь, блядь? 24, он, блядь, придумал. Все, 20 мест, блядь, всего лишь, нахуй, 20 мест. Какие 24? А вот смотри, а, не, все нормально, они ровные. Полотенчики.
Так, здесь нормально все. Так, 16 ряд, он без носок в костюме. Хотя то, что он так дергает головой, коричневый портфель. Может быть, это как раз таки и такое, да? Хорошо, давно не было, кстати, тут аномалии, значит, да, то, что мы снова прошли, значит, здесь должна быть 100% сейчас аномалия, 100% должна быть она здесь. Я тебя уверяю, так в играх так обычно и дело, что, ну, там два вагона могло быть не аномалии, да, что без аномалий. И сейчас должна быть аномалия, такая, наверное, еле заметная, мне кажется, так. Мне так кажется. Она, ага, четвертый ряд, бежевый. Так, ну, я здесь аномалии пока что не вижу никаких особо. Но аномалий здесь нету. Я уверен, что здесь нет аномалий. Но здесь нет аномалий. Ну, погнали дальше, ладно. Выясним. Что-то еще раз, 24. Открытый рот, хорошо. Второй, смотри, у нас сколько... Сколько, 3 или 4 вагона, что без аномалий? Хорошо. Код обычный, телефон есть. Поезд, Шинкансен 0, следует до станции Токио. Хорошо. Так, проверяем. А, ну аномалии есть сразу, вон, смотри. Стены. Это давай посмотрим, это одна аномалия у нас с тобой. У нас с тобой одна аномалия или как? Ну, видишь, там, видишь, стена, там не было этой стены. По идее. Да, видишь? Вот тут, видишь, там темно, грубо говоря. А, нет, стены тоже, видишь, стены. Их не было, поэтому это аномалия. Ладно, бежим назад. Бежим назад. У нас до этого было с тобой темные окна, не было там ничего. 16 ряд, хорошо. Бежим назад с тобой, бежим назад. Собственно, так, ага. Так, это все на месте, хорошо. Первый вагон, почти что до нулевого дошли. Так, котик обычный, это обычный. До станции, так, давай с самого начала посмотрим. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо, здесь ничего такого, в принципе, пока что я не вижу. Так, 20-й, ага. Так, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. 16-й ряд, он без носок, в костюме, коричневый портфель. Хорошо, так, никаких тут ничего нету, да, сверху больше. Так, лишних чемоданов и тому подобное. Это что сейчас было, блядь? А, это мне показалось. Хорошо, наверное, показалось. Эх. Тут показаться не может, знаешь ли. Тут либо аномалия есть, либо ее нету. Так, ну по идее сейчас была такая аномалия, причем видел, у нас 400 вагона просто безаномально прошло. Упс. Аномалия. Аномалия, я же испугался чуть-чуть даже. Аномалия. Я даже испугался. Аномалия есть, все. И у нас с тобой нулевой, собственно, да? Нулевой. Так, котик обычный, это обычно. Даже... Так, давай с самого начала смотреть. Да, быстрее! Да ты, конечно, удращать чуть-чуть, ты же там, видишь, медленно идет. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Так, в стеклах ничего нету. Ну, пока что аномалий никаких не вижу. Так, давай сразу посмотрим с тобой. Здесь ничего нет у нас лишнего, да? Только там чемодан, все, да, все, все хорошо. Так, хорошо, смотрим, смотрим дальше с тобой. Здесь ничего нету. Ну, вот смотри, он без носок, в костюме сидит и коричневый портфель. То, что он так вертит головой, это, блядь, считать за аномалию? Я не знаю. Ну, типа, может, поезд, что он трясется, хер его знает. Так, ну давай, блин, играться-то довольно-таки будет, наверное, быстрой, да? Потому что тут надо только дойти до, так понимаю, нулевого вагона. Нажать тормоз, и, в принципе, все. В принципе, все. 16 же, да, у него был? Подожди, 16 ряд у него был? Мужик, у тебя 16 ряд был, скажи мне. Да, 16, все хорошо. Так, давай смотреть быстренько с тобой здесь в окна. Здесь ничего такого пока не вижу. Блин, здесь, наверное, безаномально, да, будет? Наверное, да. Так, потолок, наверное, тоже надо обращать внимание. Наверное. Так, она сидит, четвертый ряд, бежевый портфель. Да, все, все хорошо. Так, ну здесь, в принципе, я никаких аномалий и не вижу особо. Да, поэтому идем дальше. Бля, вот сейчас будет прикольно, да, если будет сейчас этот... 22. Седьмой, да? О, здесь говорят, типа... Conductor's room. То есть просто пройти нужно. Код, поезд... Да, на всякий случай посмотрим. Ноль следует до станции Токио. Хорошо, здесь говорят, что просто пройти нужно, понял? Просто нам стоит, да, на всякий случай быстренько так посмотрим. Так, ну а здесь аномалии не нужно искать.
Ну, это аномалия, я считаю. Я считаю, это аномалия. Ну, это аномалия. Благодарим вам за использование поездов Синкансен. В данный момент мы были вынуждены остановиться из-за непредвиденного происшествия на путях. К сожалению, мы не можем точно сказать, когда движение возобновится. Но вообще-то это странно, потому что мы еще не нажали с тобой на тормоз. Это аномалия. Все, понял, окей. Окей, не прискай, пойди назад. Ладно, погнали тогда с тобой туда вперед. В принципе, здесь аномалии только вот, что он остановился. Хотя это странно, мы еще не нажали с тобой на тормоз особо, да? Хорошо, идем вперед с тобой. Идем. 27 минут, кстати. Лоадинг. Хорошо, лоадинг, блядь. Чё, какой, блядь, получил? Чё получил, блядь? Не видно. Какой-то получил, короче, собственно, нам с тобой, да, достижение. Так, мы с тобой здесь. Снова? Ничего не говорит. Хорошо. Так, там розовая, здесь бабушка, открытый рот. О, пацан! Что тут делаешь? Братик, ты потрясающий! У тебя получилось! Что случилось? Почему так оглядываешься? Ты подумал, что кабина машиниста уже здесь? Очень смешно. Ты же знаешь, что у Синкансен есть зеленые вагоны. Батик, ты же это знал, правда? Нет. Ну, приехали. Где тогда, по-твоему, кабина машиниста? То есть это не конец? Что, блядь? В общем, он сразу за зелеными вагонами. Разве я говорил, что кабина сразу после вагона под номер 0? Когда я говорил про нулевой вагон, конечно же, я имею в виду нулевой вагон зеленой зоны. Но, может, мне стоило объяснить получше? Кстати, правила немного изменились. Не запутаешься? Теперь, если ты видишь аномалии, просто иди вперед. Так, тебе наоборот, что ли? Просто если аномалии вижу, иду вперед, если нет, то назад. Хорошо. Если все в норме, поворачивай назад. Но будь очень осторожен, если ошибешься 3 раза, то с тобой явится призрак. Бля, не очень хотелось бы, знаешь, не очень хотелось. Я болею за тебя, братик. Эй, братик, как думаешь, почему мы застряли здесь? Разве это не странно? Ай, неважно. Давай же закончим эту игру. Увидимся. Ладно. Короче, дальше, окей. Так, мужик садится. Она идет вообще? А, проводница идет, хорошо, здесь у нас ничего нету. Давай смотреть, поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Так, какие-то другие кресла, зеленый какой-то вагон вообще, блядь, что это такое? Странно очень вообще все. Все очень странно. Все очень странно. Но я думаю, запоминать то, что она несет, думаю, не нужно особо, да? Мне так кажется, надо ее лицо запомнить. Так, она улыбается, хорошо. Хорошо. Так, здесь... Так, она не улыбается, она просто так, ну, хмурзит, синий экран. Хорошо. Какой ряд? 16-й. Хорошо, тоже 16-й ряд. Хорошо. Здесь... Блядь, что нахуй? Что так темно здесь, ебаный рот? Мужик и зеленый глаз. А вот это аномалия считается вообще или нет? Это считается за аномалию или как, блядь? Не понимаю вообще. Так, ну давай попробуем еще пройти назад, что типа если аномалии не будет, я пройду назад, конечно, если не будет аномалий особо у нас с тобой, да? Так, ну здесь вроде пока ничего у нас нету с тобой особо. Да, вроде пока ничего такого нету здесь. Так, 4-й ряд, черный такой, да, у него чемодан, он тянется за ним, хорошо. 16-й, 4-й ряд тоже, но теперь мужик добавился еще какой-то, блядь. Так, ну, в принципе, аномалий нету. Значит, нам идти назад с тобой, да? Да, нам идти с тобой назад. Хорошо. Так, ну, давай попробуем. Хорошо. Если мужик зеленым глазом это не считает за аномалию, хорошо. Погнали. Че, мобилка что-нибудь скажет нам? Нихуя, ну, понятно. Так, ага. 7-й вагон. Значит, были какие-то аномалии. Так, он сел. Хорошо, мужик сел. Так, запись чуть прервалась, потому что закончилась память на SSD-шнике, ладно. Так, давай смотреть, Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо, здесь все нормально.
Так, это идет. Здесь у нас не горит с тобой. Ага. Так, давай запоминать все, короче. Хорошо, запоминаем. Прям все-все досконально запоминаем мы с тобой. Угу. Так, она улыбается, идет. Вроде пока все, с ней все хорошо. Это у нас хмурая сидит чуть-чуть. Синий экран, 16 ряд, хорошо. Так, с 15 ряда, да, у нас с тобой, по идее? Так, с 15... Раз с 15 ряда у нас, наверное, отсюда было темно, нет? Ну ладно. Так, хорошо. А, охуенно, рука, смотри. Видишь? Но аномалия есть уже явно. Хорошо, идем с тобой вперед быстренько тогда. Особо ничего такого больше и нету. Идем вперед. Аномалия есть, идем вперед с тобой, собственно, да? Да. Дед. Ты человек? Ну, да. Тебе не дурачат меня. Ты носишь костюм. Странно. Ты вроде не похож на остальных. Могу сказать с уверенностью. Итак, молодой человек, как давно ты уже здесь плутаешь? Не совсем понимаю. Тебе встречался кто-нибудь в поезде? Ну да, я видел мальчишку. Неплохо. С высоты моих превосходных наблюдательных способностей и 84 лет жизненного опыта, я могу сказать, что большинство из тех, кто находится в поезде, вовсе не являются настоящими людьми. Они не реагируют, когда ты пытаешься завести с ними разговор. Ага. Будто бы они все какие-то роботы. Вот я могу определить человека, когда увижу его. И мой вывод таков. Никогда не доверяй человеку в костюме. Да и еще одно. Что-то я устал. Не возражаешь, если я немного... Но перед этим я... Ну, охуенно, мужик. Просто уснул. Ну ладно, дедушка, спи дальше. Открытый рот, хорошо. Шестой вагон. Так, мужик сел у нас с тобой. Ага. Так, ну давай смотреть, ладно. Такс, давай с самого начала. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Это у нас идет, хорошо. Давай смотреть с тобой, ладно. Так, у нас с тобой шестой вагон, да? А, ты тоже, наверное, да, надо? Вернуться назад, если нет аномалий. Хорошо. Ну, вроде это никак на прошлом ничего не менялось. Так, она идет, улыбается вроде как. Да, вроде обычно. Какая шла. Так, хорошо, хорошо. 16. Это не улыбается. Синий экран, 16 ряд. 15. У нас здесь уже нет с тобой света. Хорошо. Угу. Здесь ничего. Мужик, зеленый глаз. Ну ладно. Да, так страшно, конечно. Крипово смотрится, конечно. Криповенько он смотрится, конечно. Опа. Вот этого не было. Так, здесь у нас с тобой ничего, ничего особенно нету, так. Особо так ничего у нас с тобой и нету. Так, хорошо. Четвертый ряд. Мужик тянется черным этим. Хорошо. Но тот свет вон там, да, вот, вон там вот на сиденье, вон. Я считаю, это аномалия. Поэтому идем дальше с тобой. У нас с тобой две попытки в любом случае есть еще. А, ну ладно. 25. Ну и понятно, нахуй, 25, блядь. Пятый вагон. Так, мужик садится, хорошо. Смотрим. Поезд. Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Так, она идет, это уже хорошо. Это уже хорошо.
Так, здесь пока ничего такого не вижу. Значит, тот фонарик был аномалией. 17-й. Так, она обычно идет, улыбается, хорошо. Так, это у нас вроде нормальная. Синий экран, хорошо. Так, хорошо, здесь у нас темно. Особо так. Вот видишь, фонарик опять. Ну он, блять, ну ладно, пусть хорошо, фонарик. Ага, зеленый глаз. Угу. Здесь пока ничего я такого и не вижу особо. Да ладно, быстренько так проходить с тобой, почему бы нет. Я посмотрю и по окнам, и по этим смотрю, блядь. И по этим темам смотрю. Так, дед, ага, смотрит на черный этот чемоданчик. Хорошо, особо... Блин, особо здесь нету аномалий. Здесь нет аномалий. Здесь нет аномалий. Ну, тогда ладно. Давай так, идем назад и будем смотреть еще куда. Потому что, может, что-то здесь замечу на креслах, не знаю. Так, есть фонарик у нас. Не, аномалий у нас с тобой здесь нету. Ладно, идем назад. Какой у нас 5-й вагон? Идем снова назад. Аномалий не было, да? Угу. Прогружается. Так, мужик садится. А, ну, аномалии есть. Сразу видно, блядь, какие аномалии. Чем там что-то зеленое сидит? Видишь, облака появились. А, ну да, аномалии есть, все. Какой-то дым, блядь, что это вообще, блядь? Погнали, короче, ладно. Аномалия у нас с тобой есть здесь. Интересная аномалия, кстати. 24, да все, иди отсюда, блядь. Так, 3-й вагон, но аномалия точно есть. Точно есть аномалия. Что, блядь? Пацан, ты чё? Эй, братик. Думаешь, нас получится выбраться живыми? Хотелось бы верить. Эй, братик, думаешь, нас получится выбраться живыми? Да, попробуем. Лучше подумай о своей сестре. Хотелось бы верить. Ну, ладно. Так, ну let's go, то есть аномалия, блядь. Ебать, прикинь, поезд с бревуном таким, с деревом едет. Нормально вообще, ну. Все хорошо, ебать, у разработчиков все нормально. Так, аномалия есть, дальше идем. Так, ничего не скажет? 23. Понятно, он говорит время, что ли, или что? Так, мужик сел. Ага. Она идет, хорошо. Что здесь? А. Так, смотрим с самого начала. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо, все хорошо. Так, здесь... А вот это считается? Это зелененькое считается сейчас, то, что было? Видишь, видел там зелененькое сейчас было? Такого не было раньше вообще-то. Я думаю, это считается за этот. Ну, за аномалию. Так она обычная вроде. А, она остановилась. Не, она... Ну только вот это что у нее, видишь, вот это белое, что это, блядь. Ладно, хер с ним. Ну все, аномалию мы с тобой увидели, уже увидели аномалию с тобой в любом случае. Поэтому я думаю, можно идти прямиком вперед. Аномалию мы с тобой в любом случае увидели. Да. Let's go вперед. Бля, ну не видишь, а будет 7-й, блядь. 22. О, видишь, 22. 7-й, блядь, охуенно. Он сел. Понятно. Окей. У нас с тобой одна попытка осталась, короче, а то придет призрак. Хорошо. Шинкансен следует до станции Токио. То есть зелененький, вот это то, что было в окне, блядь, это, ну, не считается аномалией. Хорошо, я понял вас, хорошо. Смотрим с тобой быстренько. Она едет, это хорошо. 16-й ряд. А, ну вот, она улыбается слишком, видишь? Это уже аномалия. Да, они лыбятся все. Ладно, идем с тобой тогда сразу вперед. Потому что они не лыбились. Они сидели довольненько серьезненько. Идем. 22, блядь.
Ой, я на открытый рот. Так, он сел, мужик сел, хорошо, смотрим. Смотрим. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо, все окей. Она едет. Хорошо. Зеленый. Идти. Красный. Что, блядь? Что произошло? Что за хуйня сейчас была? Это что сейчас было? А это что сейчас было, блядь, вообще? Ну, все хорошо, алло. Седьмой. Он сел. А что сейчас было-то, блядь? Типа призрак пришел, чешуя, не призрак? Ладно. Окей. Тут сейчас было, блядь, вообще... Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Видимо, это была аномалия, по которой видел, там он сказал, типа, зеленый идти, красный стоять. То есть, надо было, когда красный говорил стоять, а зеленый, когда надо было идти. Окей. Ладно. Погнали. Смотреть, она у нас вроде обычная идет. Все, окей, ладно, иди. Так, это синий экран довольно-таки обычные. Здесь я ничего такого пока что больше и не вижу. Особо. Бля, здесь темно сделали специально, нахуй, или что, блядь, я не понимаю. Так, лампочка горит. Мужик зеленый глаз сидит. Хорошо, мужик, сиди. Бля, пока аномалий, кстати, я не вижу никаких. Самое интересное. Здесь ничего, здесь, ну, тоже. Здесь тоже ничего. Здесь ничего. Так, черный этот чемодан, он тянется. Хорошо, мужик тянется. Причем в костюмчике и тянется. Так, ну аномалии я не видел, по крайней мере. Да, аномалии здесь не видно особо. Поэтому, я думаю, можно... Прям, может, здесь что-то будет. Не, аномалии не видно. Ладно, let's go назад. Идем назад с тобой. 21. Ну, понятно, бля, мужик, 21. Шестой. Мужик сел. Хорошо. Она идет? Да, она идет. Хорошо. Так, поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Она идет, хорошо. Так. Так, повернись назад, если нет аномалий. Хорошо. Это мы... Вот что это сейчас зеленое было в окне, блядь? Это считается? Вот тогда тоже было в окне, блядь. Там в 20-м, блядь, ряду. Что-то зелененькое. Так, она обычная вроде идет, да? Да, вроде обычненько идет. Так, у нас пока здесь аномалий нету. Аномалий у нас синий экран, она довольно-таки серьезно, хмурая сидит, хорошо. Аномалий у нас с тобой здесь нету, особенно пока что нету ничего. Это очень жаль, ребят, знаете почему? Потому что когда ты видишь аномалию, ты сразу такой, так, этот светильник есть, хорошо. Зеленый глаз, опа, шевелит глазом, это аномалия считается? Он шевелит глазом слегка, это считается аномалией? Я думаю, да. Что он раньше не смотрел, он раньше так, ну, сидел спокойно. Видишь? Он раньше сидел спокойно, а сейчас, видишь, шевелит глазом, как будто, или мне кажется. Понятно, мужик. Все с тобой ясно. Так, ну здесь... А, ну, понял. Аномалия есть, тортик, блядь, заебись. Аномалия есть, дальше идем с тобой, собственно. Ну, дед, понятно, блядь. Опять... Так, открытый рот. Аномалия есть уже, потому что мужик должен здесь вот садиться, собственно. Так, ну let's go, чё. Она идет. Мужика здесь нету, видишь того? Причем двоих нету мужиков. Видишь? Что за хуйня? Почему еле-еле иду, блядь? Что за хуйня-то? Почему еле-еле шел, блядь?
Ты ее обижал, он прям таки еле замедлил, Саш. Хер его знает почему. Так, мужик садится. А, она посередине начинает, видишь, она посередине почему-то. Это аномалия, она вроде сбоку раньше ехала. Почему-то она не едет вообще. Она стоит. Она стоит, блядь. Ну, аномалия уже есть точно. Так, ну пошли, чё, потихонечку. Почему она стоит, блядь? Женщина, он... Ай, бай, дура. Ну беги, беги, блядь. Я тоже побежал. Так, хорошо, аномалия есть. Там видел, слышал, какой звук был? Такой, чшш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 ш
здесь точно уже. Явно есть аномалия, опять эти растения, опять это бревно, поезд, а, пацан. Поезд какие-то херозные с таким вот вообще, да, все. Так, аномалия есть, хорошо. 18, хорошо, хорошо. Ну, пока он время говорит, что так, мужик сел. Угу. Поверните назад, если здесь нет аномалий, хорошо. Смотрим с самого начала с тобой. Да, что-то как-то вообще жестко, да, прикинь себе, не слышал этот звук. Поезд, Шинкансен, 0, следуя до станции Токио. Мне просто смутило, что она стоит просто, понял, посередине. И поэтому я такой, бля, ну как-то странно. Я поэтому так заходил вот сюда, вот так вот, на всякий случай, потому что, ну... Плюс какой-то звук, что она на месте, ну, херачит, блядь, ебашит просто. Так, здесь пока никаких аномалий нету. Так, хорошо. Ничего сверху там нигде больше не лежит, кроме того, чем надо. Хорошо. Так, пока что аномалии я не вижу. Бля, жаль, жаль. Так, синий экран, 16 ряд, хорошо. 16, 16. Так, хорошо, хорошо. Это мы, блядь. Так, мужик, зеленый глаз. Угу. Смотрит пока что на нас просто. Хорошо, пока что аномалий я здесь не вижу никаких особенно. Особо аномалий никаких я здесь. Так, мужик черный, ага. Черный чемодан, мужик стоит просто так. Бля, ну аномалий нету, прикинь. А жаль. Второй, блядь, у нас вагон с вами, второй. Так, ну пошли так потихонечку посмотрим, может быть, я что-то где-то не увидел, блядь, или что-то еще. Да, посмотрим. Не, аномалий нет, ладно, let's go. Если они нет, чё? Верните назад. Ну давай, аномалий нету. Второй вагон, блядь, только не видишь, что сейчас будет седьмой, да? Вот как всегда, сейчас, на, ёпта, седьмой, блядь. Первый мужик сел, хорошо. Хорошо, очень. Опа, что-то прогрузилось. Так, хорошо, очень хорошо, она идет, хорошо. Это, кстати, очень важно. Первый вагон, блядь, надо же не плевать. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Так, она идет. 20-й. Здесь пока ничего такого не видно. Она обычная вроде идет. Да, она вроде обычная идет, хорошо. 17-й. Сидит синий экран, 16 ряд, хорошо. Пока что ничего такого опять нету, бля. Вот знаете, проще, когда ты видишь аномалию. А вот сидит мужик. Проще, когда... Так, эта лампочка есть, зеленый глаз, все хорошо у него. Сидит, чилит чисто, блядь. На похуях, короче, сидит просто, чилит. Так, что-то, что здесь происходит? Мужик что-то там смотрит. А-а-а. Все хорошо? Ну, все хорошо? Так, здесь ничего не будет такого особого. Ладно. Ну, мали есть, все, хорошо, идем вперед. Нулевой у нас с тобой сейчас. Нулевой. Мужик сел. Нулевой, ребят. Мы с вами почти к финалу подошли, я так понимаю, да? Так, смотрим.
поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Хорошо. Очень даже хорошо. С аномалиями намного проще проходить. То есть, оба быстренько прошел эти вагоны и все. Быстренько прошел эти вагоны. Так, она обычно идет. Опа, на меня смотрит. А такого не было раньше. Ну все, 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 я побежал. На меня она не смотрела. Все, сразу же бежим. Все. Раньше она на меня не смотрела. Видела, она прямо на меня так идет, смотрит. Так, ну здесь просто так нужно, я так понимаю, пройти, да? Да, видимо, просто нужно пройти. Да, кондуктор сру. Все, идем. А, крипово, что она ко мне шла, смотрела, ты видел? Довольно крипово было. Так, мы с тобой прошли, собственно. А, во. Выключаем. Все? Так быстро? Игра очень быстро, ребят. Очень. Green Stage, зеленый вагон. Так, хорошо, что у нас здесь? Что у нас здесь, собственно, подожди. Что здесь, блядь? О. А что это такое? Что это, блядь? Ну, давай выйдем, ладно. Все? И... А, эндинг... Концовка первая. Первая концовка. Все, ребята, такое было прохождение, в принципе. Первая концовочка. Да уж, интересная игрушка, интересная. А, сжать надо. Интересная, ребята, игрушечка. Ну давай с тобой сейчас пройдем вторую концовку. Да, на вторую можем пройти? Зеленые вагоны. Остановка поезда, вот. Давай попробуем с тобой еще пройти. Давай пойдем дальше. Хорошо, первую концовку с тобой увидели, хорошо. Светится как-то, ну ладно. Ну погнали, чё, ладно. Погнали, погнали. Так, нужно с тобой идти. А, вот туалет можно открывать, прикинь. Приколись. Да, стоп, посмотрим вторую концовочку, хорошо. Блин, в принципе, игрушка интересная, реально. Ну, прикольно сделано. Типа, вот это, ну, прикольная тема, что, знаешь, типа, надо искать. Что-то прогрузилось. Надо, типа, искать отличия. Это прикольно. Мне нравится такое, классно. Классно сделано, классно реализовано. Реально классно реализовано, прикольно. Вот, но в целом. Первый вагон. А что, блядь, все вагоны бежать, хочешь сказать? Серьезно? Там все с тобой вагоны бежать? Real? This is real? Окей. Вот, в принципе, прикольно сделано, реально, прикольно. Я не знаю, все ли у меня аномалии были, которые здесь вообще существуют или нет. Вот, я потом посмотрю по другим прохождениям, да, у других людей посмотрю прохождения, какие у них были аномалии. Прикольно, да, но я не знаю, у кого-то были такие аномалии, как у меня здесь в игре, да, или нет. Я не знаю, ребят, напишите в комментариях, кстати. Очень интересно будет почитать. Вот, но в целом, пока что ничего такого. В целом, блин, прикольная игрушка, прикольно. Так, чисто, знаете, пройти единоразово, почему бы нет, прикольно. Классно реализовано, классно сделано. Почему бы нет. Так, а где пацан-то? Он в туалетах же прятался. Бля, сколько нам бежать, ебаный. Ну, по идее, сейчас аномалий никаких не должно быть, да? Вы смотри, никого нет, потому что мы сняли свой поезд, по идее. По идее. Бля, нам давно же там никто. Не бежит? Надеюсь, нет. Я надеюсь, нет. Окей, бежим дальше. Так что так, ну игрушка прикольная. Не, прикольно, своеобразно. Вот. Надо будет поиграть в другие, да, игры от Chillus Art. Вот. То, что я говорю, у меня в рекомендациях эта игра, ну, в рекомендациях на Ютубе даже. А вот, мы дошли до синих. А, во. В рекомендации, давай сейчас послушаем. В рекомендации, короче, выпала эта игрушка. То есть пока игрушка показывает, что тут проходит эту игру. Вот значит как.
показывает, что его игрушка пока, ну, типа, игрушка просто в рекомендациях попалась мне тут на YouTube. Я такой, бля, почему бы не пройти? Вот и все. Вот, значит, как? То есть поезд никогда не останавливался и застрял во временной петле, да? Но у тебя получилось его остановить. А сейчас ведь эта петля остановилась. Что-то не так. Ничего не могу вспомнить. Я даже не помню, как сел этот поезд. Наоки? Я сначала мальчика в черном ходе. Наоки? Я помню, что была с ним, прежде чем потерял память. Но он не говорил, почему здесь или что-нибудь еще. Да не особо. Ясно, тогда я должна найти его. Перезачал Наоки по пути сюда? Да, вроде нет. Нет, тогда Наоки должен быть в каком-то из обычных вагонов. Хорошо, давай выбираться отсюда. Но подожди минутку. Если так подумать, то в ловушку может быть кто угодно, да? И кто-то другой, да? Было бы ужасно допустить такое. Может, нам стоит сделать что-то с этим поездом? Поезд временная петля. Типа с обеих сторон запустить его, да? Чтобы, блядь, ну... Можно какое-то аниме. Да, блядь. А, вспомнила. Я это видела. Как два человека очень быстро бежали по противоположным направлениям, и так смогли разрушить петлю. Бля, ребят, игра говорит то, что я уже сказал, нормально. Что думаешь? Погоди. И поезд больше не движется бесконечно. И все произошло после того, как ты нажал на тормоз? А, я знаю. Когда счет того, чтобы запустить его вместе? Сразу с обоих концов. Я буду к обычным вагонам. А так зеленым. Нет, я пойду к обычным. А? Судя по всему, мой брат как раз где-то в одном из обычных вагонов. Получается, нужно доверить тебе своего брата. В конце концов, тебе удалось остановить поезд. Ладно. Хорошо, доверюсь тебе. Давай сделаем это. Но поторопись. Пока поезд снова не начал движение. Хорошо. Давай сгоняем, чё бы нет. У нас стоит всё, блин, понятно. Ну погнали, чё, погнали. Погнали. Пока ничего не происходит. Ну, опа. Опа, что-то прогрузилось, слышишь? Так, здесь пока никого. А, пацан, смотри, точно. Ничего не открывается. Всё хорошо. Пока просто бежим, ребят. Ну, интересно очень сделано. Но мне кажется, что-то будет. Опа, кровяка. Ну, все, ББ пацану, видимо. Беги! Бежим, блядь! Открывай, нахуй! Блядь, тварь! Ебаная! Тварюга! Тварь! Я не знаю, кто там, кто-то бежит. Прям слышу его, блядь. А, там какая-то хуйня черная бежит, ладно, понятно. Понял. Блядь, беги! Блядь, все сужает с какого-то хуя, блядь, вообще. Что за хуйня, блядь? Блядь, ты чё такое почувствовал? Все идет вниз. Какого хуя, блядь? Какого хера? Сука, я доберусь! Открывай, пацан. Все, блядь, все, нахуй. О, блядь. Ну, кстати, по факту напряжение такое создается, да, что типа, о, надо бежать. На самом деле там какая-то черная хуйня шла, и все. Что это, блядь? Мы едем. Там какая-то черная тема просто бежала за нами, и все, видимо. Почему, блядь, все тонуло, блядь? А почему, куда мы едем, блядь, что? Кого?
Алло. Здесь не могу ничего. Алло. Алло. Уважаемый пассажир... Блядь, не, вот там вот. А, вот станция. Уважаемые пассажиры, станция Токио. Мы подъезжаем. А что происходит? Почему, блядь? Давай закроем, ладно, блядь. Вот мы подъехали к станции. Подъехали к станции какой-то, блядь. Странная хуйня. Ну, смотри, сиденье, нихуя себе. Прикол. Вот это прикол. Лес. Странная тема какая-то, да? Что, блядь? О, пацан! Братик, ты пришел! Я тебя так и ждал. Сестренка. Ты наконец проснулась. Наоки. Я так рада, что ты в порядке. Братик, теперь у меня все хорошо. Пойдешь вместе с нами? Конечно. Нет, я лучше остановлюсь, спасибо. В смысле нет? Давай, пошли. А можно, как бы, ну, дописать второй вариант сюда можно, блядь? Программу сюда записать второй вариант, что я пошел бы с ними, блядь. Нет, лучше останусь. Ну, блядь, давай, блядь. Понятно. Наверное, тебе и правда лучше не идти. Как-то... В смысле лучше не идти? Мне кажется, я поняла, что с нами произошло. И что же? Не волнуйся. Причем, видишь, он... Почему она вообще такая, ну... Бледная все. Как странно, да, что она бледная? С нами все будет в порядке. Более того, нам уже пора. Огромное тебе спасибо. И прощай. Хуяна. Ну, классно. Можно было бы с ними, нет? Да я закроюсь на всякий случай. А почему нельзя было с ними уйти? Странно. Ну еще странно, что она очень бледна, да? Как бы, как это... Я сказал, лучше не... Лучше... Хорошо, что с нами не пошел. Лучше тебе не идти, что, блядь. Что происходит? Как хорошо, что вы очнулись. Вы не помните? Вы упали на пол. Часть у нас на борту был врач. Это был легкий случай венозного тромбоэмболизма. Да, ее известно как синдром эконом-класса. Похоже, что в положении лежа с приподнятыми ногами вы смогли восстановиться. Как замечательно, это человек, но ваш спаситель. Так как поезд на остановлен, мы не смогли вызвать скорую и рассматривали самый худший сценарий. Несколько минут назад на путях произошла авария. Что? Поэтому мы и были вынуждены остановиться. Подтверждаю. В аварии была здесь молодая девушка и мальчик. Что, блядь? Кого? Что? Что? Не понял. Что? Вторая концовочка. Set Reality. Типа реальная концовка? И что? А-а-а-а! Типа они шли по пути. Не понял все равно, в чем прикол. Типа из-за них остановился поезд. Они были задействованы в аварии. А здесь музыка. Ну, короче, это реально, видимо, концовка, да. Видимо, чел просто упал. И все, что мы видели, это было, ну, бессознательно его, грубо говоря. Он был в настоящем, просто лежал, ему врач оказывал помощь, а он бессознательно вот это все происходило, грубо говоря. Да. Да. Ну, прикольная игрушка, прикольно. Пройти на один раз можно, почему нет? Но, не знаю. Прикольно сделано, что нужно ходить по вагону, значит, отличать друг от друга их. Это прикольно сделано, да. Но я думаю, если тут на последнем вагоне, да, на нулевом, да, ошибиться, ты просто так бомбанешь, конечно, я думаю. Вот, в принципе, все, такая игрушка была. Chillus Art, собственно, да. Вот. Shinkansen 0, видим про поезд, да, их, про японский. Вот, прикольная игрушка, прикольная. Но, блин, проходить бы еще раз я не стал, я не знаю. Слабо эта игра или нет, ну, если сравнить с другими какими-то хоррорами, да, не инди, а просто хоррорами, то слабо, нам очень слабая игра. Но если сравнить с инди-хоррорами, я в другие не играл просто, ребят, поэтому можете напишите в комментариях, какую еще игру пройти, от Chillus Art, может, от других каких-то, ну, я знаю,
других каких-то ребят, кто создает такие инди-хорроры. Я пошел бы с удовольствием, реально. Но мне игрушка понравилась, прикольненькая, своеобразная, грубо говоря, да? Почему бы нет? Классная игрушка. Прикольно, мне понравилось. Напишите свое мнение в комментариях. В принципе, все, такая была игрушка Челосар Шинкансен 0. Мы с вами целые две с тобой прошли на две эти концовочки. Видимо, последняя эта концовка была реальной. Вот, так, в принципе, все, ребята. Увидимся в следующих сериях. Нет. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Как-то так. Это была игра Челосар Шинкансен 0. Спасибо еще раз за просмотр. Пишите в комментариях, очень буду рад почитать их, как раз может тут узнаю нового для себя. В принципе, все, увидимся в следующих играх. Давайте. А, есть упрощенный еще режим, есть, ёпта. Прикинь. Вообще на режим. Если вы вот я нажал только что. Если вы допустите ошибку, ваш прогресс снизится на один, количество вагонов не сбрасывается. А, ну, понятно. Это, блядь, знаешь, это для тех, кто вот хочет прям и именно быстро пройти игру. Хотя мы так с тобой быстро прошли игру, не на упрощенном режиме. Все, давайте, увидимся в следующих играх.